Андрей, здорово! Сейчас, перед тем, как отдать в упаковку инструмент, надо его отснять на видео и мне на память, и тебе посмотреть, как он работает в тех руках, которые его сделали. Это чехол, такой наш фирменный. Вот. И в нем желейка концертная в тональности ре. Та самая один в один с фотографией. И вот так она играет. Диапазон, полный диапазон от ре до ре. Вот. Что еще хочу сказать? Всем говорю и тебе, значит, тоже скажу. Есть колпак, есть рог. Вот у них есть стыки. Рог снимается, желейка к тебе вот в таком виде придет, соединишь, да? И что важно, вот есть один стык, есть второй здесь стык. Вот стык рога, он может быть, неважно какой, лишь бы рог держался и не падал. Вот, ему герметичным быть не обязательно. А вот стык колпака, вот так вот, пока желейка работает, лучше не делать. Пока инструмент все хорошо с ним, лучше колпак не снимать. И стык колпака всегда должен быть плотный. Сюда надо или ниток, или фумленты подмотать, потому что дерево потом немножко начнет гулять, и это может подсваляться. Вот. Стык колпака всегда должен вот так плотненько надеваться, чтобы был предельно герметичен. Вот. И не рекомендую лазить в трость. Пока не сломалась, не чини. Трость очень надежная, и если в нее полезть, то потом можно обратно все не вернуть. И трость, она сидит крепко, если вдруг она там выпала по каким-то странным причинам, вот, то надо, она должна сидеть там очень плотно и тоже герметично. Но вообще трость не должна выпасть, то есть это надо очень постараться, чтобы трость выпала отсюда. Она там очень крепко, хорошо сидит, вот, в инструменте. Вот, поэтому и вообще, пока желейка работает и все с ней хорошо, никому не понимающему дуть не давай, вот, сам играй и под колпак не лази, вот, лучше туда не лазить, а подстраивать, в крайнем случае можно вот, есть на язычке немножечко воска, вот, воск убрали, строй повысился, воска немножко маленькую, головочку добавили, налепили, строй понизился. Вот. Но этим тоже лучше не злоупотреблять. Инструмент пока работает, а карбоновая трость работает, если в нее не лезть, она переживет, еще внукам твоим останется. Вот. Ну все, сейчас продезинфицирую, упакую и отдадим в отправку, деловые линии повезут, сообщи, когда получишь.